Рада вас приветствовать на своем творческом канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. В данном видео будет обзор одной сумочки и полноценный мастер-класс по вязанию другой модели сумочки. Данная сумка связана по моему мастер-классу только в большем размере. Ссылку на него оставлю в описании под видео. В мастер-классе мы вязали миниатюрный вариант, но, как и говорила, можно связать сумку по вашим индивидуальным размерам до полноценного шопера или пляжной сумки. Донышко у меня получилось 23 на 15 см. Для него я набрала 30 воздушных петель и провязала 15 рядов. Вязала я, как и в мастер-классе, из трехниточного джутового шпагата толщиной около 3 мм крючком номер 5,5. ,5. В высоту сумочка 30 см, для этого я провязала 30 рядов. Для расширения боковинок делала прибавки в каждом четвертом ряду. Ручки сделала таким же способом, как и в мастер-классе. Единственную основу для них вязала из двухниточного шпагата, чтобы они были немного тоньше. В качестве декора сделала двухярусную кисть. Давно хотела попробовать такой вариант, пришлось немножко заморочиться, но результатом осталась довольна. Принцип изготовления таков. Я сделала заготовки в виде двух кисточек. Одна немного короче и толще, другая тоньше и длиннее. Далее одна кисть размещается внутри другой, аккуратно расправляются все нити и надежно фиксируется. Волнистость нитей достигается путем раскручивания джута. Как это сделать, можно посмотреть в мастер-классе по изготовлению декора в виде листика или перышка. Ссылку оставлю в описании под видео. Итак, когда была готова эта сумка, я поняла, что в дополнение к ней так и просится миниатюрная сумочка для мелких вещей. Особенно это актуально на отдыхе, когда хочется, чтобы под рукой всегда были необходимые вещи и не приходилось их долго искать в большой сумке. В результате получилась такая мини-сумочка. Закрывается она на две магнитные кнопки. В ней достаточно места для размещения ключей, телефона, влажных салфеток или, возможно, кошелька. Ее можно положить как в большую сумку, так и носить на себе с помощью плечевого ремешка. Итак, приступаем к вязанию. Для вязания донышка набираю цепочку из 10 воздушных петель. Вяжу из трехниточного джутового шпагата толщиной 3 мм крючок номер 5 и 5. Можно также связать из двухниточного нитью в два сложения. Набрала 10 воздушных петель. Дальше делаю одну воздушную петлю подъема. Она и будет являться первой петлей ряда третью петлю от крючка начинаем вязание столбиками без накида чтобы столбики были ровными одинаковой величины с минимальными просветами между ними при захвате нити вытягиваем ее до уровня петли на крючке а после провязывания подтягиваем нить таким же образом вяжем до конца ряда будем вязать по спирали, то есть без замыкания каждого ряда. Для этого последнюю петлю необходимо сделать разворот, провязать 3 столбика без накида. Вяжем первый столбик, сюда же второй и третий. Далее свободный конец нити будем сразу ввязывать в изделие. Теперь напротив каждого провязанного столбика тоже необходимо провязать по одному столбику без накида. Сначала кажется, что в основании первого ряда остаются отверстия, но не переживайте, после того, как мы провяжем первый ряд, расправим, все станет на свои места. Расправляем вязание и внимательно смотрим, чтобы все петли были провязаны и не было пропусков. Для разворота вязания с этой стороны провяжем 3 столбика без накида в крайнюю петлю ряда. Так как мы вяжем по спирали, третий столбик будет в нахлест петли подъема, которую мы провязали в самом начале. И далее вязание у нас уже будет без петель подъема. Во втором ряду в каждую петлю первого ряда будем вязать по одному столбику без накида вместе разворота. Каждый из трех столбиков сделаем прибавку. Провяжем по два столбика. В процессе вязания придерживаемся тех же правил, о которых говорила ранее. При захвате нити вытягиваем ее до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягиваем нить. Довязали до места разворота в каждый из трех столбиков провяжем по два столбика без накида. Далее снова до разворота будем вязать по одному столбику без накида. С этой стороны также в каждый из трех столбиков провязываем по два столбика без накида. Завершили вязание второго ряда у нас получилось донышко размерами 12 на 4 сантиметра. Для мини сумочки такого размера вполне достаточно. Как связать донышко большего размера, подробно рассказывала в мастер-классе рюкзак из джута. Ссылку оставлю в описании под видео, вдруг кому-то будет необходимо. На этом этапе необходимо провести влажно-тепловую обработку. Прогладить через ХБ ткань на среднем уровне пара и температуры и расправить изделие. Далее будем продолжать вязание по спирали и формировать стеночки сумки. Вязать будем столбиками без накида уже без прибавок до нужной высоты корпуса. Итак, в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по одному столбику без накида. На развороте никаких прибавок уже не выполняем. После каждого ряда необходимо расправлять вязание, придавая форму стеночкам сумки. Далее продолжаем вязать таким же образом до нужной высоты стеночек. я провязала несколько рядов. Немного кажется, что донышко перекошено. Но не переживайте, когда свяжем корпус до конца, проведем влажно-тепловую обработку и все станет на свои места. А в процессе вязания после каждого ряда не забывайте расправлять и придавать нужную форму. Продолжим вязание далее самостоятельно. Для формирования стеночек без прибавок я провязала всего 20 рядов. Высота корпуса составляет 17 сантиметров. Я ориентируюсь на размеры своего телефона. Возможно, вам понадобится провязать на несколько рядов больше. Теперь приступим к вязанию клапана сумочки. Чтобы клапан смотрелся пропорционально, нам необходимо определить петли, с которых будем начинать вязание. Складываем сумочку таким вот образом и внимательно смотрим. Это первая петля, с которой будем начинать вязание клапана. Петли, которые находятся по бокам на развороте, уже затрагивать не будем. Вязать будем поворотными рядами. И вот наша крайняя петля, которую мы провяжем в конце первого ряда клапана. Эту боковую петлю на развороте тоже уже не затрагиваем. Клапан будем вязать узором, имеющим несколько названий. Это колосок, елочка, паркет. Данным узором уже вязала несколько сумочек. Ссылки на них оставлю в описании под видео. Делаем петлю подъема. Первый ряд у нас будет изнаночным. Для этого перекидываем рабочую нить на изнаночную сторону, а вводим крючок в первую петлю с лицевой стороны. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке. И провязываем две эти петли. Подтягиваем петлю на крючке. Далее вводим крючок под перемычку провязанной петли и в следующую петлю. Захватываем рабочую нить и снова вытягиваем до уровня петель на крючке. Одним движением провязываем все петли, подтягиваем нить. Далее все действия продолжаются аналогичным образом. Продолжим вязание до конца ряда. Связали первый изнаночный ряд, следующий будет лицевым. Делаем воздушную петлю подъема для перехода на новый ряд. Первую петлю вводим в крючок, вытягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Вводим крючок в перемычку крайней петли и в следующую петлю предыдущего ряда. Здесь прошу обратить внимание, данный узор можно вязать двумя способами. Первый захватывая только верхнюю косичку петли предыдущего ряда, второй захватывая косичку и перемычку, находящуюся под косичкой. Лицевая сторона узора в первом во втором случае выглядит практически одинаково, с изнаночной немного по-другому. Отличие в толщине вязаного полотна. В первом случае оно немного тоньше, в данном случае буду применять первый вариант, то есть захватывать только косичку петли предыдущего ряда. В данном узоре также не забываем вытягивать рабочую нить до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать. Таким же образом вяжем до конца ряда. Провяжем предпоследнюю и последнюю петлю. Этот узор немного стягивает полотно, поэтому после каждого ряда расправляем вязание сделали петлю подъема для перехода на новый ряд. И теперь все четные ряды вяжутся одинаково, и все нечетные ряды тоже вяжутся одинаково. То есть вяжем сейчас третий ряд точно так, как и первый. Четвертый будем вязать, как и второй, и так далее. И в этом ряду крючок тоже ввожу только под косичку петли предыдущего ряда. Далее провяжем самостоятельно до нужной высоты клапана. Я провязала 8 рядов. Такой высоты клапана мне вполне достаточно. Далее будем делать его обвязку, но предварительно необходимо провести влажно-тепловую обработку как корпуса, так и клапана сумочки. Для этого корпуса необходимо чем-то набить сумочку, например тканью, чтобы она не была полой. Проглаживаем на среднем уровне пара и температуры через хб ткань без сильного нажатия. Клапан обрабатываем как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Пока изделие слегка влажное и теплое, придаем ему форму, расправляем в нужных местах. Приступаем к обвязке клапана. Для этого обрезаем рабочую нить, оставив небольшой свободный конец и закрепляем ее. В процессе обвязки вяжем оставшуюся часть в изделие. Начнем обвязку с правой стороны клапана. Напротив каждого ряда провяжем по одному столбику без накида. По углам провяжем по два столбика. Делаем первую петлю и свободный конец нити также сразу вяжем. В углу для поворота делаем прибавку, то есть провязываем два столбика без накида. Далее вяжем по одному столбику в каждое звено косички. Снова в углу делаем прибавку, провязываем 2 столбика без накида. Далее провяжем таким же образом, как и с противоположной стороны, напротив каждого ряда по одному столбику без накида. Итак, сумочка практически готова. Клапан у меня фиксируется при помощи двух магнитных кнопок. Кнопки можно использовать разные. Есть с ушками, их можно сразу пришить к сумке. Для этих целей я обычно использую мононить. Она бесцветная, похожая, на тонкую леску не перетирается и крепко держит. Есть кнопки с усиками. Для них необходимо сначала связать основу прикрепить кнопку к ней, а затем пришить основу к самой сумке. В данном случае использовала кнопки с усиками. Они меньшего размера для этой сумки более подходящие, так как миниатюрнее смотрятся. И в заключение осталось связать ремешок. Перепробовала несколько вариантов и остановилась именно на таком. Он тоненький, больше похож на шнур, вяжется достаточно просто и быстро. Оставляем небольшой свободный конец нити для пришивания ремешка к сумке. Набираем цепочку из воздушных петель, необходимой нам длины ремешка. Я уже свой ремешок связала, показываю вам на небольшом образце. Количество петель я не считала, но моя цепочка равна длине метр десять сантиметров. Далее разворачиваем цепочку изнаночной стороной к нам. И теперь вяжем в обратном направлении соединительные петли. Вводим крючок с изнаночной стороны косички, захватываем нить, протягиваем сквозь петлю на крючке. И так поочередно делаем с каждым звеном косички. Так вяжем до окончания цепочки, затем расправляем ее хорошо и придаем форму. Чтобы наш ремешок был более мягким и гибким, необходимо провести влажно-тепловую обработку. Я его проглаживала и отпаривала более интенсивнее, чем саму сумочку. С одной стороны мы начинали и заканчивали вязание. Здесь у нас два отрезка нити. Завязываем узелок для фиксации. С обратной стороны тоже прикрепим отрезок нити для пришивания. Крепим ремешок к сумочке, а затем спрячем свободные концы нити. И в заключение еще хочу поделиться с вами одним способом, как же быстро убрать ворс у джутовой сумки. Этот способ недавно увидела на просторах интернета. В помощь идет машинка для очистки тканей, или как ее еще называют, машинка для устранения катышек с одежды. Неспешно круговыми движениями проходимся по поверхности сумки, и весь крупный ворс остается в контейнере для очистки. О других способах устранения ворса у джута, а также запаха и ответы на интересующие вопросы о джутовом шпагате рассказывала в одном из видео. Ссылку оставлю также в описании. На этом данное видео подходит к завершению. Если вы вяжете по моим мастер-классам, пожалуйста, не забывайте об обратной связи. Ваши отзывы и комментарии – большая поддержка для моего канала, а также стимул для дальнейших творческих свершений. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи в новых видео!